Всех приветствую на канале Helping Animals. Люди пошли в лес за грибами, а вернулись с ведром щенков. Отпуск у супругов был осенью, в это время в лесах сезон грибов, и они решили не гулять просто так. Взяв ведерко, семья отправилась в лес. Подойдя к куче мусора поближе, пара сразу услышала громкий писк, а затем из грязных порванных пакетов показались маленькие щенки. Супруги были шокированы. Внешне щенкам было не больше недели от роду. Стало понятно, что малышей в лесу бросили специально, предварительно усадив в пакеты и завязав их. Щенкам удалось прогрызть дырки в полиэтилене и получить возможность дышать. Стараясь справиться с эмоциями, супруги начали собирать щенков, складывая их в ведро, которое взяли для грибов, а затем супруги поехали к ветеринару, ведь они просто не знали, что делать с такими крохотными щенками. Врач осмотрел малышей и рассказал, как правильно за ними ухаживать. Когда малышам исполнилось чуть больше месяца, их ушки начали подниматься, и внешне они стали все больше похожи на маленьких овчарок. Одного щенка забрал себе коллега, второму удалось найти семью после публикации объявления. Супруги продолжают заботиться еще о трех щенках, которым только предстоит найти дом и хозяев. Все щенки активные и забавные, хотя у каждого из них уже начинает проявляться свой характер. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.